Я россиянин, живу в России, всю жизнь здесь родился, короче, никуда не уехал, мобилизацию объявили, я вот здесь, вот. Сейчас вот сижу в кафешке, ем. И что хотел я сказать вообще? То, что все люди, которые называют сейчас украинцев хохлами, говорят, что там нацисты, вы подойдите как бы к зеркалу, не знаю, в ванной там, либо где-то. Подойдите к зеркалу и просто посмотрите на себя в зеркало. Вы же ебучие нацисты сами. То есть вы ебучие нацисты, вы клеите какую-то свастику, блядь, на машины, на свои. Выкрикиваете лозунги, блядь, нацистские. Вы превратились в нацистов, вам, блядь, промыли мозги. Вам до того промыли мозги, что вы ебанулись, вы уже не видите ничего, кроме того, что надо там уничтожать народ. То есть раньше воевали там с Азовом, сейчас уже напрямую, то есть воюют с вооруженными силами Украины, то есть ВСУ. И в принципе никого не волнует и не волновало то, что почему, ну никто не задается вопросом, почему, если там в Азове нацисты, почему часто с ВСУ воюют. То есть никого это вообще не волнует, всем похуй, лишь бы побренчать своими железными яйцами. Так вот, вы как бы начните с себя, вы подойдите к зеркалу, посмотрите и признайтесь сами себе, что вы ебучие нацисты. И вам надо поработить другую страну, установить там свои правила. Если там живут лучше, то надо сделать так, чтобы жили как у нас, в дерьме, блядь, и в говне. Я не знаю, как бы, что в головах у тех людей, которые клеят всякую хуйню себе на машины. По-другому я не могу, как бы, сказать. Но хоть чуточку человечности у вас есть. Вы понимаете, что людей убивают там. Вы понимаете то, что люди гибнут, дети гибнут. Вообще ни за что. Наши, как бы, солдаты гибнут ни за что. Ну, за что? Объясните, как бы, за что? Если есть тут здравомыслящие люди, то объясните мне нормально, за что? Вот это 8 лет мы терпели, идите нахуй. Чего вы там терпели, блядь? Брали бы, шли бы и воевали бы, блядь. Хули вы терпели, сидели? Терпели вы, блядь, 8 лет, пиздоболы, блядь. Пиздуны, пиздуны и пиздоболы. Вот и все.